Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я расскажу, как же делать салют в Гаррис моде. Нам понадобится всего лишь 4 банки, 2 я взял, и все. Ну, для некоторых, кто хочет прям супер большой салют, понадобится больше банок, а для меня 4 и 1 бочка. Дальше нам придется сделать взять трейлс, я возьму. Обязательно такой цвет брать, кто хочет настоящий салют сделать. Ну, а кто хочет быть, ну, затроллить друга, тогда берите лол. А я возьму вот это вот. Раз. Давайте дальше. Вот так. Два. Три. И 4. Все, это все готово. Теперь берем Axis. Вот так. Вот так. Хотя кажется, 4 банки это очень мало. Так. Ну сейчас я все еще подбавлю. Да, давайте еще подбавим. Тут вообще такой промежуток. Давайте еще 2 баночки. Трейлс. Ну, фиолетовый. Фиолетовый цвет. Ну, что это? Подобие на голубой цвет. И вот так. Опять же, Axis. Вот так. И вот так. Что за понятненько. И вот все, это готово. Теперь надо сделать дубликатор, он находится здесь. Дубликатор, на правую кнопку мыши нажимаем, а не на левую. Обязательно на правую и дублируем. Замечательно. Теперь это у нас пока пойдет подальше куда-нибудь. Давай сюда. Теперь нужно взять драстер. Это он в этой же конструкции. В этой же, как сказать, в этом же отделе. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 5 штук. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ну и так далее. 21 и так до миллиона. Ну, конечно, до миллиона не надо делать. Это понятно, у вас бочка просто улетит в космос. Правда, тут нет космоса. Она просто ударится об край карты в небе и взорвется сама. Если, конечно, вы возьмете сильный трастер, я взял легкий. Так, сделаем вот так. Главное это опять сейчас взять дубликатор и опять же правой кнопкой мыши вот так. Так, это мы пока вверх. А тут еще надо поставить динамит. Желательно 2 динамита, а то один может взорваться и все. Бочка даже не загорится. У меня один раз такое было. И я ничего не вижу. Хрен. Где? А, вот он, бочка. Хороший вообще вид. Так, где эта штука? Динамит. И вот, я вижу край этой бочки. И вот так. Так, отлетаем подальше. Подальше. И вот так. И запускаем. Это должно получиться красиво. И полетело. Ну, да. Я взял очень мало баночек. Поэтому у меня получилось вот так вот.
И да, красивенько все-таки. Убираем это вот так. Давай. Да, все убралось. Теперь опять же дублируем. И уже главное сделать с динамитом. Потом опять же сдублировать это. Вот оно. Давайте попробуем с одним. Если что, подделаем. Вот так. Дублируем. И ставим. Вот так. Так, вот так. И вот так. Должно получиться красиво. Правда, подождите. Мне кажется, или это сейчас все вылетит. Ограничение это. Это всего лишь две бочки. А у меня уже там сколько я поставил. У меня сейчас просто все может вылететь. Я рискую своим компьютером. И сейчас вылетит, да? Не-а. Ну да, как вы видите, с одним динамитом ни хрена не получилось. А-а-а, я знаю свою ошибку. Я же его не прикрепил. Убираем. Надо же было его еще прикрепить. А, я прикрепил. Так что надо два ставить, видите? Потому что с одним у вас ни хрена не получится. Опять же, динамит. Раз, два. Эксис. Опять же, я ни хрена не вижу. Теперь вижу. Сюда. Опять динамит. Вот так. Теперь это все дублируем. Опять правой кнопкой мыши. Вот, все, замечательно. Я уж поставлю три этих штуки, потому что если бы те вот, сколько я поставил, взорвались, то игре моей было капец. И компьютеру тоже. Вон уже как глючит. И бомбит. Вот, сейчас все получилось. Получилось очень красиво. Ну, я хочу еще вам показать такую хрень, как берем машину. Это дополнительное существо. Машина. Дальше. Ну, если вы хотите прям не затрудняться, берете свою бочку. И вот так вот прикрепляйте к своей машине. И все. И вы ездите. Вот так вот. Красиво. Ну а если кому не трудно, кто хочет еще чуть-чуть времени потерять, просто делайте с банками это. С банками будет лучше. Опа. Это я сейчас взорвал ее. Круто. Вот. Ну сейчас опять же я сделаю рискованно, очень рискованно. А, вот так. А, ну я уже ничего не сделал. Надо опять дублировать, или как-то говорится. Это вот так вот. Машину тоже куда-нибудь. И сейчас куда-нибудь подальше салют. Сейчас будет 5 салютов. Это очень опасно. Для компьютера и программы, которую я снимаю. И давай, полетело. Выглядит это красиво, когда они летят, только некрасиво, когда все глючит. Ну, в принципе, красиво. Да, красиво очень. Ну и все, а кому я помог, ставьте лайки. Кстати, давно видео не было, потому что я не знал, что снять. Сокровища пиратов, я не знаю. Это, в принципе, неинтересно смотреть. Хотя, я сниму, я их буду снимать, когда дойду где-то до 100 уровня, потому что... Ну, некоторые люди, кто играет в Сокровища пиратов, хочется узнать там конец, или хотя бы середину. На 100 уровне. Что там будет? Вот я сниму, когда я буду где-то на 100 уровне. Да, это, наверное, будет нормально. И
праздничный салют. Кстати, это можно делать на чей-нибудь праздник, на 8 марта можно было сделать. Я снимаю боевиков, которые еще не умеют делать салюты. А, ну и я не показал еще один способ. Без трастеров. Но трастеры я сейчас снимать не буду. Можно просто шариками. Да, можно просто шариками. Вот один шарик полетел, и таким образом вы... А, он даже не долетел. Сил у него не хватило. Ну, нафиг. Ну, сейчас точно улетит, да, вон он. Без всяких трастеров можно, конечно, помочь ему трастерами. Взрываем. Ну, это, конечно, кривовато получилось. Ну да, нормально все-таки. Вот эти штуки я не знаю, как убирать. И да, подписывайтесь на канал. Кому я помог, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.